Вот, смотрите, это наш водопад. И там у нас рыбак делает что-то с удочкой. Тут вот в этом водоеме, вот здесь, плавают иногда большие рыбы. Вот видите, пеликан. Я записал большое видео. Эта птичка была посередине ручья. Вот там. И она ловила там рыбу. И это, по-моему, первый раз я пожалел, что я не нажал на кнопку записи. Вот. И не записалось, как эта птичка ловила рыбку. Очень жалко. Но мы все люди несовершенны. И такой совершенный человек, как я, проявил несовершенство. Ну что делать? Такая вот у нас человеческая природа. Это моя новая вредная привычка. Я делаю топленое молоко. Вот оно. Я нашел банку, в которой помещается как раз-таки один, ну, не один галлон молока, вот когда я возьму один галлон, из него сделаю топленое молоко, то есть один галлон это чуть-чуть меньше 4 литров. Эта банка, мне кажется, что она 3-литровая. Я чуть-чуть выпил, всю налил, так что сейчас я буду готовить обед с петрушкой и с соевыми сосиски. Вот они. Вот, и у меня слишком много помидоров, которые маленькие. Маленькие помидоры, они самые вкусные, самые дорогие и самые быстро портящиеся. Вот так. А это молоко, которая стала топленым молоком. А я пользуюсь этими пакетами как мусорницами. Такая у меня страшная здесь жизнь. А это специальная фигня для того, чтобы когда вы одеты в галстук, если вы к этому подойдете, то она может вас задушить. Только этого не делайте, я шучу. Шутка. Видите, здесь написано самое среднее, что в этот... Как его называют, этот самый? Шреддер по-английски. В него галстук сувать не надо. А то будет очень неприятная ситуация. Вы встретите шеи с этим шреддером, а потом будет еще хуже. Помните, я вам говорил, что здесь, в этой речке, есть рыба. Смотрите. Видите, две громадные рыбины там. Было 3 рыбины. Но я забыл выключать запись. Здесь было, кстати, 3 рыбины, и я не вижу, куда третья сбежала. Они совершенно молодцы, умеют они скрываться. Умеют они. Буря мглою небо кроет. На самом деле, буря была ночью. У нас вчера даже было подозрение на торнадо. Ахи-охи-скимороки. Всю ночь лил дождь.
А сегодня у нас такая осенняя погода. Первый раз за сезон. И не первый раз, но у нас, может быть, там было один или два дня неприятные. Месяц назад, а сейчас... Сегодня ночью будет первый день, первая ночь, когда у нас будет меньше 10 градусов температура, придется включить отопление. Вот. И уже все. Отопление у нас не будет выключаться до конца мая. С чем я себя и вас и всех поздравляю. Вот. Вы можете видеть, как тучки, которые собирались вылиться на нас, но они почему-то не вылились. А я, честно говоря, не очень сильно поверил этому прогнозу, но прогноз был верный. Не было, как это называется, не было дождя. А это мое любимое дерево. Я его уже два года снимаю. Вы, наверное, помните. В самом начале эта сосна была, наверное, где-то на одну, где-то одна треть была. Маленькая-маленькая. Как сейчас верхушка. Что она здесь делает, непонятно. Я не знаю, если ее посадили здесь специально, или она сама сюда пришла. Такой у нас здесь.